Сотрудники полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали двух местных жителей 28 и 37 лет, подозреваемых в краже. Установлено, что один из злоумышленников через мобильное приложение каршеринга арендовал автомобиль иностранного производства, а его сообщник снял с иномарки некоторые детали, после чего правонарушители отогнали машину на парковку и завершили аренду. Ущерб составил более 140 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий в этот же день полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. В каком районе совершали преступление? Молоково Ленинского района. Угу. Сколько катализаторов сняли с машин? В общей сложности более 30. Угу. Одни совершали преступление? Нет, в группе лиц. Угу. Сколько человек у вас было примерно? Более 5. У задержанных оперативники изъяли похищенные детали транспортного средства. Правонарушители могут быть причастны к аналогичным эпизодам на территории муниципалитета. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.